сказка вдруг в тишине постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Сказка ложь, в ней намек и большая сила. Расскажи от души, что там раньше было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все вам ясно станет теперь. Виктор первый мед продавал, шустрый все тематы проспал. Зима не нравится. Танцуем всех! Здесь чудес хватает сполна, да! Здесь не опустеет казна, нет! И зовется эта страна сказочною Россию! Не пугайтесь, будь ласка, мы опять попали в сказку. Русь тем издавна страдает, что здесь норму каждый знает. Только как бы вам сказать, знать не то, чтоб соблюдать. Потому и тут, и там нам так тяжко по утрам. Моя голова. Послухай, Симоненин. Точно, Симоненин. А мы з тобою тільки вдвох були. Доброго дня. Яка це свинячий в ефірі програма «Гостряче життя». Тесно пакує. В ефірі «Свинське життя» Каті Острячія. А хто тоді я? Я зараз згадаю і повернуся. Чому у мене так болить голова? А ти мій зуб! А спорим, ти не розоб'єш бутилку шампанського об голову? Ха! Ще як розоб'ю! Зуб даю! Вот зуб. А почему голова болит, не знаю. Пропиша Вика! Пропиша Вика! Вика? Яка ж Вика? Царь, пропиша Вика! Вы так вчера пигеляли, что царя потеряли. А у него зараз встреча с Велидимиром Крисносилнышко. Коля, а ты не знаешь, по какому поводу мы вчера гуляли? Ну так, мийские признаки, к тому же пятница была. Да какая разница? Сейчас самое главное – царя найти. А для этого надо вернуться туда, где мы вчера были. Не, я не хочу обратно в запой. Да нет, мы пойдем в адскую корчму. А ты, Коля, беги, отвлекай Владимира Красносолнышко. И тяни время, пока мы не найдем царя. И герои побежали в место, где вчера бывали, чтоб припомнить, что к чему, прямо в адскую корчму. Симоненин, покажи грудь! Это я понимаю! Как вы вчера бухали? Кто вообще так бухает? Вот как надо бухать! Вы можете так не кричать? У меня тоже болит голова. Возьмите лед, приложить до головы. Класна шляпочка. У мене питання, як я тут опинилася? Так ви прийшли програму свою вести. Секс
на пляжі. Що це, коктейль або плани на вечір? Кому завтра буде соромно за вчорашнє? З вами я, Катерина Остряча. І сьогодні ми святкуємо п'ятницю в пекельній корчмі. Пан Сімонєнін, скажіть, будь ласка, як ви себе відчуваєте? Катенька, дуже хорошо. Кстати, это вам. Класная шляпочка. Так что я пила? Ну так, слегка сербанула. Сеня, скажи, а царь пил? Царь, ты нас уважаешь? Уважаю, но пить не буду. У меня что-то голова болит. Так, где-то мне Комарович давал таблетки от головы. Ага. Так, так, это снотворное, а это вот от головы. Или наоборот. Так, короче, держите. Так. А сейчас я хотел бы выпить за товарища Ленина, который подарил нам светлое будущее. Да, как-то некрасиво вышло. И что было дальше? Дальше у вас не хватило денег, и вы побежали к олигархичу. Напряжение нарастало, назревал конфликт вот-вот. В общем, дело принимало очень стрёмный оборот. Добрый день, пан олигарх. Здравствуйте, рад вас видеть в моей пещере. Может быть, чай, кофе? А чого це він такий вічливий з нами? Слухай сюди, чудовище, шестиглаве. Якщо ти зараз не дасиш нам мішок золота, я тебе підвішу за це, за голови. Вот, возьміть, тільки не дишіть на мене. Уважай просто. Пан олигархич, у нас проблема. Царь-батюшка пропал. Но с кем не бывает. Ничего, отыщется. Только царь пропал с деньгами, которые мы брали у вас. Внимательно слушаем тебя. Значит так, пропал царь-батюшка. Это я понял. Что там с деньгами? Мы все вернем. Только мы не помним, сколько у вас вчера одолжили. Так, сейчас посчитаем. Вы у нас брали 5. Прибавляем проценты. Дивиденды. Налоги. Плюс моральный ущерб. Материальный ущерб. Итого 100. Ха, золотых. 100 мешков с золотыми. Ого! А батюшку царя где искать? Найдете деньги, а царь будет где-то рядом с ними. Изложил трехглавый суть, и герои наши в путь. А Азира в это время продолжал тянуть. Такие крестные фитки, да. Тут мы с царем Битюшкой китаемся на катамарине. Вот мы с царем идем кипаться. Так, я все это уже видел. Когда наконец придет царь-батюшка? Скира, очень скира придет. Скажите, а вы умеете собирать кибик-рибика? Умею. Где царь? Уже на подходе. Попробуйте разгадать кроссворд. Я спрашиваю, где царь? Все старания бесплодны. Зрел конфликт международный. Надо было торопиться, порешили разделиться. Хочу быть царем. Я хочу быть царем. Я так хочу быть царем. Я уже был царем. Еще раз хочу. Виктор Первый, у нас две новости. Плохая и хорошая. Значит, во-первых, царь пропал. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Яка погана новина. Сеня выпил валидол,
и своим путем пошел. Хоть его не приглашали в гости к бугаю Виталий. Виталя, я занят, отстань от меня. Ты можешь дать денег в долг? Могу дать в нос. Не, мне надо в долг. Я говорю, могу дать в нос, если ты от меня не отстанешь. Так, где царь? А давайте поиграем в Герида. Я первый. И Амстердам. Медведев. Так, где царь? Так где царь? Мне на Ри. Ристов. Сосилапинск. Який у вас умный медведь. Ой, тюки-тюки-тюки-тюки-тюки. Ему не нравится, когда его гладят. Ничего, меня звери любят. Ой, тюки-тюки. О, здравствуйте, 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 здравствуйте. Петя, дайте денег в долг. До свидания, до свидания, до свидания. Оп! Так, или вы говорите, где царь, или я вас опять укушу. Как насчет кинцев? Ну что же, вы сами напросились. Миша, жги. Так, где царь? Так мы чё пришли? Это, помогите нам найти царя. Так. Я зробив все, що міг. Але ви ж зрозумієте, знайти царя – це задача непроста. Таку задачу навіть Фуріон не вирішить. Точно! Фуріон! Ми ж його у неї оставили! Наконец забрезжил свет. Вроде взяли свежий след и бегут со всех сторон прямо в школу к Фуріон. Ой, коли ж це скінчиться? Це якась кара. Ой, ну нарешті ви прийшли. Скажіть, ви навіщо його вчора принесли? Ну, щоб царь перший урок не проспав. Та проспав він перший урок, і другий проспав, і досі спить. Хто спить? Ніхто не спить. Я не понял, зачем ви мене сюди привели? Ви вчора в корчме уснули, и мы вас решили увести от греха подальше. Ха, вот придумали. Вы меня еще к бабе Наташе привели. Хорошо, что баба Наташа нас с ним вчера к себе не пустила. Ага, это точно. Да дело не в этом. У вас сейчас встреча с князем Владимиром. И вы уже опоздали на целый час. Подождите, что значит опоздал? Опаздывать мы не можем. А вот обхитрить можем. Дай-ка, Петюня, часы свои. Так. А, я понял! Мы переведем стрелки на час назад и скажем, что у нас другой часовой пояс. Снова к нам претензий нет. И спасен авторитет. Все последствия банкета государственным секретом объявили в тот же миг. Это сказка. Но, старик,
Разница теперь у нас со соборьем ровно час. Мне все-таки интересно, что ж мы там вчера такого накуролесили? Ура! Ура! Ира! 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 Стоп! Коля, я тебя прошу, кричи «Ура!», а не «Ира!». А то не парад получается, а передача «Ищу тебя!». Стоп! Снято! Друзья, пока перерыв, есть предложение сняться в одном ролике. Да не, ну сколько можно? Мы потом это покажем на Ютубе. А, тогда давайте. Ну шо? У вас ус отклеился. Спасибо. Пан Симонінін, якщо ви ще раз промахнетесь, то на мене вже ніяка шляпочка не налізе. Слушайте, а можно как-то побыстрее это все снять? Мне сегодня еще в село ехать, картошку сажать. Ага, вам бы тільки щось сажать. А спорим, ты не разобьешь бутылку шампанского об голову. Че як разобью, зуб даю. Так, нам нужна новая бутылка. И новый тягнебык. Ничего, меня звери любят. Стоп! Пан Азиров, еще раз объясняю. Не вы кусаете медведя, а медведь вас. Извините, перепитал. Давайте эту сцену заново.